Добрый день, меня зовут Анастасия Клименко, я фотограф фотостудии «Зеркало». Сегодня я покажу вам, как снять красивый студийный портрет, и в этом мне поможет модель Снежана. Итак, мы с вами находимся в студии, и первое, с чего мы начинаем нашу съемку, это с постановки света. Портретная тарелка нам дает жесткий свет для снятия красивого фэшн-портрета. И сейчас мы приглашаем нашу модель Снежану для позировочки. При работе с моделью очень важно говорить ей, чтобы она показывала разные эмоции, для того, чтобы эмоция украсила портрет, потому что без свежей живой эмоции портрет, он кажется незаконченным. Поэтому, Снежан, покажи, пожалуйста, нам из пух, например. Для того, чтобы студийный портрет получился действительно красивым, нужно выбрать правильные настройки на фотоаппарате. Это ISO 100, оно минимальное, выдержка не больше 125 и большие числа диафрагмы для проработки большой глубины резкости. Можно воспользоваться также другими софтбоксами для создания мягкого нежного фона сзади модели. Это чаще всего используется только в портретах. То есть сейчас, когда яркий источник света сзади модели, получается портрет очень красивый, с контровым светом. Вот что получается, когда используем два источника света. Один мягкий свет сзади, софтбокс, и один жесткий свет спереди, это портретная тарелка. Кадры получатся более динамичными и живыми, если мы будем использовать ветродув. Тогда у модели будут развиваться волосы, и это будет выглядеть очень красиво. Сегодня мы научились снимать красивый студийный портрет. Спасибо за внимание. До новых встреч в фотостудии «Зеркало».